Что, еще один будет навес. Туда в штрафную площадь Артема Денисенко. Не удается мяч поднять, однако прямо под удар Антону Ковалеву. Это гол 17-го номера, это дубль 17-го номера, и цифры на табло становятся 1-2 на 38-й минуте. Это вот свободную зону мяч полетел. Ну да, пытался там футболист в красно-черной форме помешать Ковалеву отличиться. Но с левой на...